Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают строительство многофункционального медицинского центра. На сегодняшний день работы на этапе завершения. Здание уже возведено, а на кровле появилась надпись «Армия России жителям Дагестана». Работы ведутся в круглосуточном режиме. Ежедневно в процессе строительства больницы задействовано 400 рабочих и 50 единиц спецтехники. Медцентр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами. Больница займет 5250 квадратных метров. Подобные медцентры появятся в трех зонах республики. Строительство завершают в Дербенте, Каспийске и Хасавюртовском районе. Уже к концу июня предполагается сдача объектов.